Сейчас о новостях культуры. Филармония начнет сезон юбилейным концертом Новосибирского симфонического оркестра коллективу 65 лет. Открывать сезон оркестр будет вместе с французским пианистом Люка Дебаргом. Симфонический оркестр планирует в этом сезоне, но уже в начале 2022 года, еще раз выступить в Москве. Затем симфонический оркестр ждут у нас зимой, в феврале, в Австрии. И предполагается в мае поездка, большой тур по Великобритании. Но это пока только сейчас. Как это сложится, покажет время. Гастроли в этом сезоне планируют еще несколько филармонических коллективов. В Новосибирске и области пройдут концерты джазового, хорового, валторного, рождественского и других фестивалей. На многие приглашены известные российские и зарубежные исполнители. И филармонии надеются, что намеченные планы удастся реализовать. Хотя как будет развиваться ситуация с коронавирусом, не закроются ли опять границы, никто предсказать не может. Статусные музыканты и коллективы сегодня не избалованы предложениями. У российских исполнителей отменяют зарубежные гастроли, они с большим удовольствием едут в регионы. А значит, сезон может получиться богатым на звездные имена. Впрочем, 50-процентная рассадка зала позволяет привести далеко не всех исполнителей топ-уровня. Экономически это тоже, в общем, но поймите, нам невыгодно. К нам сейчас обращаются какие-то люди с просьбой приехать, причем у них все в порядке, так сказать, с логистикой будет. Но мы понимаем, что если у нас будет 50%, смысла никакого нет их приглашать, потому что их дорога, так сказать, гонорар, они не войдут, так сказать, в число.